Друзья, приветствую вас в нашем канале «Поделки с детьми». Сегодня я вам покажу мастер-класс, как плести из резинок крем-булу вот такой вот двойной браслетик. Мы будем плести его на станке. Один ряд со станка снимите. Берем резиночку и перекручиваем восьмерочкой. Немножечко отпускаем. И надеваем фиолетовую резиночку, перекручивая восьмерочкой. И немножко опускаем. Снова берем розовую, надеваем восьмерочкой и немножко опускаем. Берем фиолетовую и надеваем. Для этого браслета нам понадобится только вот эти вот три столбика. Так что этот браслет можно сплести и на Monster Dale станке. У нас вот здесь получается такое вот переплетение. И теперь начинаем плести. Берем последнюю резиночку и сбрасываем в центр. И отсюда берем последнюю резиночку и сбрасываем в центр. Немножечко опускаем. Отсюда берем последнюю фиолетовую резиночку, сбрасываем в центр. И отсюда берем фиолетовую резиночку и сбрасываем в центр. Немножко опускаем. Теперь берем розовую резинку и одеваем по обычному. Восьмерку мы больше не будем одевать. Сбрасываем в центр. И сбрасываем в центр. Берем отсюда фиолетовую резиночку. Сбрасываем в центр и снизу сбрасываем в центр. Немножко опускаем. Снова берем розовую. Одеваем. И сбрасываем до нижнего центра. Теперь берем фиолетовую, одеваем. И сбрасываем в центр. Сейчас вам покажу. У нас уже немножко начинает намечаться узорочек здесь. Проплету еще немножечко, чтобы вы увидели, какой у нас узорчик получается. Я покажу фрагментик этого браслетика. Пытаемся брать только последнюю фиолетовую резиночку. Вот я немножко проплела. Вот такой вот у меня узорчик получается. С одной стороны такой, с другой стороны такой. Он можно по-разному носить, по разным сторонам. Он такой мягенький и хорошо тянется. Потом вы это все сбрасываете на один столбик. И таким вот образом туда вешаете клипсу. И с другой стороны соединяем точно так. Вот я сняла наш фрагмент, и вот такой вот у нас узор получился. Такой тянется. Двойной. Если у вас возникают вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу. Смотрите наши видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.